Сегодня у моего любимого папочки день рождения. Ему исполнилось 76 лет. И папа сразу плачет. Папа плачет, когда слышит эту дату. Не плачь, папа. Папа завтракает, у папы завтрак. Что папа на завтрак кушал? У папы яичница, картошечка, огурчики, ветчина, сырок. Я сиренью все закрыла, ребята. Подумайте, что я обману. Не-не, мы папу кормим хорошо. У папы бананчик, кексик, да, папа? Ага. Все, папу мы кормим хорошо. Вот бананчик, кексик у папы, чаек, букетик сирени нарвали. И вот наш папочка, наш дорогой, любимый папочка. Папулечка, мы тебя очень любим. И живи долго-предолго, до 120 лет. Все, чтобы вот так мог сидеть, чтобы мог вставать, ну хотя бы вставать, постоять, а то папа сейчас не может вставать, все, только сидит и лежит, ножки папы не работают. Кушай, папочка, кушай. Так что у нас сегодня, ребятки, праздник, мы будем поздравлять нашего папочку. Вот, сейчас он завтракает, я пойду готовить праздничный обед. Я привезла бутылочку шампанского. А приехала я вчера, ребятки, но вчера мне было некогда снимать, не до этого. Вот сегодня. Папа плачет, папа сразу, папа, когда слышит, когда про него говорят, сразу плачет. Не плачь, папа, все хорошо. Вот такие у нас дела, ребятки. Я снова у своих любимых родителей.